Дорогие друзья, здесь я начал играть цыганочку, но на гармонии в до диез мажоре. Это очень важно. Вот здесь написано до диез мажор. Таких гармоний достаточно мало, промышленность выпустила. Вот. И поэтому, если вы желаете, чтобы совпали звуки, то, что я играю, и та гармонь, которая у вас, нужно взять в руки вот такую гармонь. То есть до диез мажор вот эта гармонь идет. Вот, поэтому одна из основ этой цыганочки, этой мелодии состоит из арпеджио. Ноты для этой гармонии очень редкие, их практически не бывает нот. Поэтому в данном случае можно просто, что называется, пометить. Вот, и, ну, взять, допустим, два фломастера, зеленый да красный, и пометить те ноты, которые необходимы для игры. Вот, поэтому, значит, возьмем зеленый, скажем, цвет. И посчитаем вот эти звуки сверху. То есть два аккорда, которые составляют основу этой мелодии. Минорный аккорд. Основной, да, тонический. Значит, раз, два, три. Четвертый звук будет. Четвертый, пятый, шестой. Вот сейчас я его нарисую зеленым цветом. Четвертый, пятый и шестой. Зеленым цветом. Один аккорд. А теперь опускаем левую руку до внизу. До конца это будет субдоминанта. Значит, раз, два, три, четыре, пять, от шестого пойдет, ну, тоже синим можно, а точнее зеленым пометить. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Три звука пометим. Раз, два, три. Это субдоминанта будет. То есть вот этот нижний звук. Значит, еще раз. И вот второе созвучие. Вот это будет первый аккорд играться, да? Этот аккорд. А вот напротив, сейчас я его помечу, ну, скажем, черным цветом. Черным цветом вот так помечу. Вы тоже можете. Потом это стирается одеколоном элементарно. Вот. А по нотам, если учить, там будут все черные ноты, все черные. И очень тяжело, и можно запутаться, если по нотам учить эту мелодию. Значит, основа, вот она, аккорд. И вот вспомогательный звук. Значит, вот вторым пальцем можно начинать. И основной аккорд переходить. Вот это есть кусочек мелодии, есть. А теперь мы переходим ко второму аккорду, вот, который нарисовали зелеными. Вот три кнопки. Вот. А мизинцем берем вспомогательный звук.
Вот самый будет последний из этих трех, которые были зеленые. Вот он, мизинцем. А остальные пальцы ставим на этот аккорд. И теперь сначала можно повторить. Ну а далее уже как идет мелодия. Как лесенка. И аккорд общий. Еще для окончания. Так, дорогие друзья, я вам показал, что называется на пальцах, как сыграть эту мелодию знаменитую, точнее, цыганочку. Так что желаю успеха, потренируйтесь раз, два, там, 10-15 раз, и у вас все получится. Итак, с вами был учитель музыки, музыкант Сергей Замбровский.